Всем привет! С вами канал Артмаль, и мы с Димочкой. Привет-привет! Мы с Димочкой готовим кашку. Сегодня у нас с вами будет каша необычная. Будет геркулесовая в мультиварке, суперской мультиварке, я бы сказала. Вот с такими вот вкусняшками. Они еще пока не распакованы. Сейчас я их распакую, помою, сложу и вам покажу. А пока мы с вами сварим кашку. Засыпаем туда кашку. Здесь 200 грамм у меня. Мы сварим чуть-чуть. И сейчас нальем водичку. Так. Залила я туда литр воды. Закрываем пока что. Так. Меню. И нам нужно найти тут кашу. Кашу. Что-то не помню. Она пикает. Ой, а что это она пикает? А, это я вон тебя нажимаю. Так, выпечка, паста, крупа, настойка, йогурт, тушение, варенье. А что, каши нет, что ли? Сейчас, подождите, я кашу. А, вон же она, молочная каша. Мы ее пропустили. Видимо, она, кстати, первая сделанная. Самая первая. Ой, блин, я опять пропустила. Чтобы мамочки, у кого есть дети, долго не перебирали. Вот она, молочная каша. Она целый час. Я прибавлять время не буду, оставлю. Сейчас она будет вариться. И чуть-чуть попозже я буду уже добавлять вот эти вот все сухофрукты. Сразу не буду, потому что я боюсь, что они просто размякнут и получится непонятно чего. Жмем старт. Опа, все. Да, Дима тут пока начинает поедать все, что находится в мешочках, да? Да. Так, вот такой наборчик я буду добавлять в кашку. Добавлю я еще 100 грамм к самой каши. Она уже варится у нас. Что-то я подумала, что это будет маловато. Посмотрим. Может быть, я отсюда что-то убавлю. Может быть, я прибавлю. Ну, скорее всего, может быть, убавлю. Посмотрим. А, решила я еще добавить орешки грецкие. Я очень люблю. Сыночка тоже очень любит. Яблочки наши домашние сушеные с вами сушили. Изюм и курага. Чернослива оказалось, что нету. Честно говоря, я была очень сильно удивлена, потому что я мама-белка, наверное, которой в запасе есть все. Есть грецкие орехи килограммами, есть... Ба, села батарейка. Наконец-то. Батарейка неожиданно села, не досказала вам. Я, наверное, скорее всего, мама-белка, потому что у меня больших по килограмму. В больших килограммах есть все. Грецкие орехи, изюм, яблоки мы сушим сами, курага, чернослив. То есть я все покупаю только килограммами. Не чуть-чуть там взять, поесть и пойти в магазин купить снова. Для меня сейчас это сложно. Именно с маленьким ребенком. Потому что он не всегда хочет идти на рынок. Хотя там заранее говорит, что мы идем на рынок. То есть это сложно довольно. Вот. И поэтому у меня есть все. Но у меня сегодня не оказалось чернослива, не знаю. Может быть, он где-то лежит, надо перебирать, надо убираться. Так, камера у меня на зарядке, кстати. Самое интересное, у нее, то есть обычно она сначала разогревает, ну, другая, да, мультиварка. Тут она идет сразу. Сразу варит. Ну, кстати, это очень удобно, потому что я всегда сразу все засыпаю туда. На днях она сварила нам суп. Очень безумно, безумно, безумно просто вкусный. Обалденный. Ты из моего стакана уже пьешь? Маленькая козявка. О, тут уже прям варится вовсю. Не знаю, возможно, я воды еще добавлю, скорее всего, потому что, мне кажется, литр будет мало. Я добавила, кстати, 100 грамм кашки, еще не помню, сказала или нет. Дима тут есть у нас. И будет еще у нас такая вот вкусная кашка. Посмотрим сейчас, как там развалится эта каша. И, может быть, отсюда мы добавим чуть-чуть. Ладно, не буду забалтывать вас. Смотрите, прошло полчаса всего, как она готовит. Но кашка, смотрите, она такая классная. Чуть-чуть водички я сейчас добавила. Сейчас я буду уже засыпать свои сухофрукты. Смотрите, какая она развалистая. Она реально развалистая. То есть вот предыдущая мультиварка, у меня Redmond, она готовила, целый час она готовила такую кашу, и она оставалась сырая какая-то. Какая-то вообще невкусная, вот просто. Какой-то кошмар получался. Сколько бы я ни пыталась, бесполезно. Здесь тут видно, что она такая прям развалистая, готовлю с той же самой кашей, что и готовила всегда. То есть, ну, не знаю, от мультиварки, видимо, зависит.
Вообще классная такая. На нее можно смотреть и смотреть бесконечно. Так, сейчас я добавлю сухофрукты, покажу, что там. Прям вот она развалилась, смотрите. Никогда такого не видела. Не знаю, я готовлю в кастрюлю, у меня как-то по-другому получается. Так, ну вот, смотрите, я перемыла, добавила где-то половину от того, что есть. Там вот чуть-чуть осталось, как вас стоит у нас. Вот, изюма. А, изюм я весь добавила, орешки покрошила чуть-чуть. Ну, вот эта вот курага, она прям вообще сухая, надо было ее замочить все-таки немножко. И сейчас все это мы будем с вами посыпать туда. Вот. Надеюсь, что это будет вкусно. Так, добавили. И все это перемешаем. Хотя, кстати, на количество каши, я смотрю, этого маловато. Ну ладно, попробуем пока так. Если будет очень вкусно, обалденно, то я запишу отдельный рецепт, а вы ставьте лайки. Если записать отдельный рецепт, то пишите в комментариях. Потом мы попробуем. Да, кажется, что-то получилось многовато прям. Прям много. Что-то изюма я не вижу тут совсем. Какой запах, обалденно, если бы вы знали. Обалдеть. Что ты делаешь, Дим, расскажи. Кладь миксер. Нежность с планетарным миксером. Да? Диме забыли даже сегодня памперс снять. Готовимся, готовимся, кушать, 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 готовим. Забыли даже. Смотрите, как он его ласкает прям, да? С техникой, кстати, вот так и надо обращаться. Нужно очень хорошо, трепетно. Меня вот, честно говоря, родители всегда учили, что если ты хорошо относишься к технике, то она будет служить тебе долго. То есть аккуратненько открыла, допустим, мультиварка, да? Аккуратненько открыла, потом вот я выгибаю, вот, оп, закрыла. Да? То есть аккуратненько. Миксер, да, к нему там хорошо относишься. У них, кстати, тоже есть своя душа. Нет. Вот, допустим, у ноутбука я заметила, точно есть. Когда садитесь вы, он у вас работает вообще прям очень-очень быстро. Просто летает. Когда садится другой человек, он начинает виснуть. Он виснет, виснет, виснет. Так продолжается какое-то время. День, два, три, да? То есть это очень долго. Ломается, бывает, техника, когда другой человек. Она не любит другие руки. А не знаешь, где глазки? Вот тут, вот. Почему у нее сзади-то? Это же попа у нее здесь. Вот. У нее тут все сзади. У нее... Вот тут у нее рука, наверное. Вот здесь у нее глазки, можно даже глазки, кстати, делают, когда шьют куклы. Когда ей приделывают лицо, ну, как бы глазки, да, ротик, то есть у нее заселяется душа, я слышала. Если сделать глазки, наверное, техники, заселится тоже, наверное, какая-то душа. Хотя она и так есть наверняка, да? Ноутбуку на экране сделайте, глазки, будет весело. А там какая-то дырка. Так, готовим мы хлебушек. Уже сюда дрожжи у нас поднялись, сейчас я... Квас сюда засыплю. Весь этот рецепт вы знаете? Ты что, нюхаешь ее, что ли? Да. Или ты ее целуешь уже? Нет, нюхаю. Ну ты уже целовать-то не надо? Нет. Зачем? А почему? Ну зачем целовать-то уж, господи, Дим? С ума ты уж не сходи. Вкусно. Короче, смотрите. Все я сложила. Все туда залила, все собралась включать. И увидела, что у меня розетки всего две. И камеру как бы отключить я не могу, она еще не зарядилась. То есть, чтобы там, допустим, ее потом включить заново, мне нужно ее полностью посадить в батарейку, и только потом я включу. Ну, так надо, потому что. Вот. И мультиварка. Но она, в принципе, уже доготавливает. Ну, давайте посмотрим, что у нас там. В принципе, она должна быть уже готова. Да, кстати, я еще туда кунжут добавила и остатки яблочка добавила. Вот. Ну, мне кажется, еще она должна повариться. Сейчас я помешаю, наверное.